У жителей поселка Томиск появится высокоскоростной интернет. Всего там 24 дома, из них 22 доступ к цифровым ресурсам получат уже на следующей неделе. Сейчас завершены все строительно-монтажные работы, установили опоры и проложили сеть. Работы провела компания «Ростелеком» за свой счет. Жители получат доступ не только к интернету, но и к интерактивному телевидению. Словом, смогут воспользоваться полным пакетом услуг компании. На каком этапе сейчас работы, проверил руководитель регионального управления по информационным технологиям и связи Алан Салбеев. Мы особо ситуацию с поселком Томиск держим на контроле, так как вопрос на личном контроле главы республики. И очередная наша инспекция показала, что все работы по базовой инфраструктуре не завершены. Сейчас будет подключаться первое домовладение. И, как я уже сказал, буквально в течение 4 рабочих дней все они будут обеспечены связью, так что все идет по плану. Жители этого населенного пункта стали к нам обращаться, когда увидели, что мы производим работы по подключению вот объекта РТРС, который находится у меня за спиной, в сеть. Соответственно, они начали нам звонить, обращаться через наши странички в интернете с просьбой подключить домовладение к интернету. Не сразу у нас это получилось, но у нас появилась возможность за счет своих собственных инвестиционных средств достроить участок распределительной сети от объекта РТРС, используя кабель, проложенный до данного объекта, как точку подключения. Для жителей Томиска это долгожданное событие. Вопрос отсутствия интернета стал особо остро в период пандемии. Люди обращались в профильные ведомства, пытались решить вопрос посредством соцсетей. Хочу сказать, что мы были в числе первых жителей поселка Томиск, которые ставили этот вопрос. Мы буквально обходили, как говорится, всех, собирали жителей поселка Томиск и ставили этот вопрос одни из первых. Мы безумно рады, что мы наконец сможем получить эту услугу. И наконец-то в поселок Томиск тоже уже действительно 21 век придет с высокими технологиями.